И всем привет, ха, и все такое. Собственно, вот и парик, вот и видос, вот и новый Undertown мод. Вышло недавно обновление, автор мне написал, да и на форуме Mafia Game я, собственно, это увидел, что там что-то появилось новенькое. Он что-то изменил, что-то добавил, даже, по-моему, как будто бы свои старые версии, что-то там, ну, там, лабиринт и прочее, даже там что-то добавил, что-то изменил. Теперь мы можем зайти туда и сюда, вот, из новых, я так понимаю, у нас, вот, мы были в лабиринте, мы были в бункере, Basements, я проверил, это, короче, локация, которая была после бункера, где там... Ну, вот там на улице, где-то мамисился, короче, с ментами, потом зашел в дом, и там, короче, долгое было метелево. И, ну, я не понял, кстати, возможно, мне туда тоже надо будет сходить, но там какие-то, возможно, реальные изменения есть. Еще музыка, кажется, громко играет, ну, ничего. Но нас ожидает Денджион. Денджион это вот этот, или Данджион, хрен его знает, короче, кому как нравится. Это у нас новое. Ну и погружаемся. Там я вроде бы не был, я так примерно экспериментально. Ну вот, видите, тут что-то новенькое. Бах-бах-бах, опа, FPS-очка проседает. Ну, автор об этом писал, о том, что происходит там генерация всего подряд и прочее. Вот у нас есть карта, нахрен. Ты посмотри, мать твою, какая она огромная, собственно. Задач у нас здесь опять будет очень много. Много будет ключей, которые надо поискать, открывать, доставать. Ну, короче, все в стиле Undertown мода. Опять у нас такие лабиринтики, тут у нас должны быть тоже менты и все такое. Так, ну первая открытая дверь. Что у нас тут, собственно, есть? Ни хрена. Ну-ка, давай пролезем сюда. Тихо. О, кто-то воет опять. По нововведениям, теперь видите двери, помеченные определенными символами животных. Таким образом, это нужно собирать ключи, как у нас раньше был сектор D, сектор C, second floor и прочая ключ байда. Теперь тут помечено все вот таким образом. Опа! Там шляпик какой-то стоит. Блин, прям FPS что-то проседает жестко. Комната охраны. Ох, сейчас парень тут опять будет блуждать нахрен долго. А где вообще какой-нибудь хрен? Оля, там дробовук лежит. Мне, конечно, это бы не помешало. Нихера себе! А что это такое? Ай-я! А я надеюсь, это не ничего плохого, что я тут тыкаю какие-то кнопочки. Это, короче, это... Судя по всему, надо пароль подобрать. Нихрена, он даже код-пароль придумал. Так, о... Интересный момент, ничего, надо будет достать бумажечку и пописать. Так, это зомбик. Воу! Ха! Ёпта, они ходить начали нормально, смотри, его не дергается. Мужик, ни хрена себе, как я в потолок стрельнул, я вроде целился. У тебя есть чё, чем подраться? Есть кроубар нахрен или что-нибудь такое? Ты с чем-то... Спун? А что такое спун? Тул? Что такое? Опа! 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 Заточечка какая-то. Опа. А, гаечный ключ. Ха. Нормально, нормально. Ни хрена, этот чувак меня хотел гайкой закрутить. Точнее, гаечным ключом хотел меня закрутить нахрен. Тихо. О, опять появились наши сундучки. Теперь они все какого-нибудь неинтересные прям. Твою мать. Он со свалом. Твою мать. Тихо. Ох, сейчас у меня пока силы есть. Я теперь очень энергичен, но когда у меня... Твою мать. Они теперь тоже уроды какие-то. Так, магнум. Ага, нахрен. Такой говно магнум пустой, короче. Автор, конечно, просил меня, точнее, просил вас всех, всех, кто хочет поиграть в эту модификацию, устанавливать ее на чистую версию. Но у меня чистой версии нет, да и, блин, скачивать что-то так в ломы. Тем более, что ремастер мод, он в целом-то он чистый. Здесь просто текстурные изменения присутствуют и все. Так что я думаю, что в целом норм. Опа! Опа! Сука! Томпсон? Нихера себе, откуда Томпсон? Да ты дурак, что ли? Че такой живучий? А че вы такие уроды-то, я не понял. Я, кстати, не знаю, почему они у меня опять синие. Они, наверное, должны быть какие-то не синие, а опять какие-нибудь зеленые. А, вот и экзит.
О, знакомая тема. Надо принести чего-то там. Сколько-то штук. Да-да-да, нужно установить какую-то байду. Ясненько, но нормально. ФПС-кан. Сколько можно проседать? Надеюсь, это не так будет заметно. А то прям... У меня прям немножко фризит. Так, баночки не нужны. Ух, этот автор, а вот что он делает с этой игрой? Он вообще ее превратил в что-то необычное. Так, надо все-таки еще раз здесь все эти места обойти, чтобы я тут не заблудился. Ну или ладно, там у нас есть лифт, вроде как по дорожке я шел, там ничего такого нету. Погнали, сгоняем до лифта. Так, там я побывал. Вроде-то все хорошо идет, а в некоторых местах прям просадка идет. Компьютер тут не виноват, я думаю. Так, это шкафчики неюзабельные? Нет, шкафчики неюзабельные. Вот здесь какая-то хренотня. Оп, тихо. Подвал. Так, никого. Аккуратненько. Нужно внимательно, короче, осматриваться. Я почитал, там реально столько всяких нюансов. А еще по поводу того, что надо идти найти какую-нибудь подсказку, которые цифры там и прочее, чтобы открыть дверь. Понимаете, да? Надо искать, надо видеть и запоминать. Ну, наверное. Я, конечно, не уверен. Я пока что еще только в самом начале, тут 5 минут в игре нахожусь. Но пока что мне что-то предвещает, что здесь дохренище чего. Просто мы тут с вами... Ни хрена у него походняк блатной. А что такой походняк? Вы посмотрите, у него походка какая-то другая. Я, конечно, может... Лёка ходит. Мне кажется, походка реально другая какая-то. Пошел ты! У тебя странная походка. Я, конечно, может, на обычных людей на улице никогда не обращал внимания в этой игре. Но, по-моему, такого походника у них не было. Тут он чересчур какой-то на расслабоне. Так. Тык-тык-тык-тык-тык. Ни хрена. Аккуратненько. Так, ничего нет. Я, кстати, яркость немножко зарядил, чтобы на всякий случай вам было видно лучше. Потому что яркость вроде бы стояла нормальная, то есть в целом. Да опять они странно ходят. Мужик, ты тут погулять что ли пришел? На нахрен по башке. Бах нахрен. Вот, яркость я вроде бы, ну, нормальную такую выкручивал. То есть я играю в игре и прям комфортно. А когда такое на ютубчик загружаешь, или даже когда я видос обрабатывал, я вижу, что тьма тьмущая, прям жопа сракая. Я даже в Sony Vegas приходилось яркость как бы повышать, чтобы было нормально. Кстати, вот, конечно, наверное, нехорошо, что я на них патроны трачу, потому что я же помню, какая срака была, когда я там играл в предыдущую версию этой модификации, когда там нахрен, оп! Приходилось по 2 патрона. Один не открывается. Мент! Пошел ты. Дверь не открывается. Хорошо. Точнее, не очень хорошо, но пойдет в целом. Так, вон там я, получается, не был. Тут опять какая-то хренотня. Тут я, наверное, А, вон валяется. Так. У нас есть... Скики. 5. Норм. Я, кажется, уже начинаю блуждать. Так, ну давай зайдем вот сюда. Какое-то интересное место. Да, автор, ты... Я не знаю даже, как описать этого человека. Ну просто это что-то такое прям необычное. Мафии, для мафии, по-моему, никогда никто в жизни не делал подобных вещей. Тут же огромная работа проделана. Тут, знаете, как будто команда разработчиков сидит в каком-нибудь офисе, пьет кофе, кушает шаурму и делают этот мод. Ну прям молодцы. Ну, точнее, я думаю, это один человек, конечно, делает, а что он пьет кофе и кушает шаурму. И красавчик он, короче. Так. Оп! Они реально не открываются? Это просто так? Да, они не открываются. Так. Ну, ребятки, часа на 4, думаю, мы с вами, наверное, в эту модификацию завяжемся, застрянем. Потому что я уже побывал в том месте, где я уже бывал. То есть здесь вот раз здесь валяется мент, я опять не туда куда-то свернул. И пока что я ни хрена нахрен даже не нашел. Так. Это я пошел туда, давай сейчас пойдем прямо. Здесь, где я замочил этого прогулочного полицейского интересного. А есть что? Так.
Хрен с ним, в смысле. Так, оп. Ого, что-то интересное. Подъем наверх, надо запомнить, что сзади подъем наверх. Так, 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 тык, 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 тык. Сука! Блядь, эти звуки, это того невидимки, как будто бы. Ёпта. Реально, это звуки, как будто это тот невидимка где-то рядом. Сука, он что, он и в этой модификации, что ли, есть? Блядь, страховый, если честно. Извиняюсь. А! Пошел ты, говно, ты где? А! Он есть в этой... А, сука! Вот пес! Короче, ребята, жопа! Жопа нахрен! Я думал, этот черт остался еще в лабиринт моде, и он меня больше никогда в жизни не тронет. Появляюсь я, короче, тут с самого начала. Когда я там повернул направо, была дверь, которая была открыта, а сейчас она нахрен помечена зверушкой, и она не открывается. Тут реально просто рандом генерейшн, просто полный. Тут невозможно, чтобы все было так же, вот типа ты сдох, пошел, сейчас по памяти все пособирал. Хрен там плыл! Слава богу, хоть карта не генерируется все время разным образом. Так. Короче, теперь корабль... Будет это хренотня, надо бежать хренам. Потому что того чувака без дробаша, я так понял, нормально не одолеть. Стамосины я вроде ему всадил. Чуть-чуть. А ему как бы срать. Так, ну, такие дела. Вот и первые такие интересные нюансы встретились. Так. Хорошо! А, кстати, это, по-моему, было вон там. Так что нет. Пока что нахрен туда я не пойду. Я, конечно, понимаю... Твою мать, мужик! У меня нету с собой кроубара и какой-нибудь палки. Так что... Ну, я уже разозлил. Блять. Я вообще-то обыскать... Мент! Какого... Здрасте! Он вот побежал, он знает обходной путь. Какой интересный лифт. Хорошо, что они не умеют кнопки нажимать, а то сейчас бы они лифт задрочили бы. Так, комнатка. А можно хоть что-нибудь? Мне хотя бы хоть какой-нибудь предмет, чтобы я хотя бы ориентировался, что мне надо искать. Ёпта! Ну-ка, перезарядись. Пошел ты. Это чтобы у него были еще полные патроны. Так, берем, вот все, 6 патронов, зашибись. Модификация меня научила уже это делать, потому что когда у них один патрон, их убивать нежелательно. Иначе ты возьмешь ствол с одним патроном, а нахрен как бы это было бы надо? Не надо. Так, это я уже обратно вернулся. Нет, нет, сначала надо разведать. Пойдем ментов обыщем. Оп, оп, никого. Так, это зверушки. А, это нахрен. Есть что? Спун, тул. А эти, кстати, эти ключи, вот эта хренотня, она вообще нужна зачем-нибудь, нет? Я вот вообще что взял, ключ или что? Что это? А, оп! Нет, давай возьмем еще. На всякий случай, я хрен знает, вдруг это пригодится. Вдруг еще будем какие-нибудь эти крутить там, болты там, не знаю, выкручивать, вкручивать. Так. Томпсон, конечно, жалко. Но мне с ним как-то спокойнее. Тык-тык-тык-тык-тык. Нема. Ни хрена, я бы даже сказал, не то, что нема. Так. ППС-очка немного шалит. Очень много комнат со львом. А, ну там, там все подряд животных собрали. Так. Здесь, я так понимаю, был... А, ну да, я вот здесь вот был. Я уже немножко заблудился. Вот сюда я к Диссона не ходил. Столик. Какая-то черная комната. Ага. Так, ну это понятно. У меня пока что нет ни одного ключа, то есть я не могу открывать комнаты. Короче, вот, смотрите, установил новую игру. Немножко похоже на мафию, но нахрен это совсем другое. Где вы в мафии видели дверцы с животными? И нужен ключ подобрать. В мафии за всю историю, по-моему, был только один ключ там, чтобы какой-нибудь этот... А, взломать этот... Как его? Когда грабили банк-то, этот сейф огромный только взломать. Вот там ключ понадобился. А тут этих ключей дохренища. Оп, тихо.
Так, здесь где-то этот каловый магнат ходит, страшный. Ни хрена тут у вас, хрена. Эй, дружочек! Пошел ты. Тык-тык-тык-тык-тык. Блин, надо хоть какой-нибудь... Еп... Тихо! Какая жопа стреляет? Кто стрелял? Я там увидел этого... зомбика. Кто? Ну ладно, пойдем. Так, 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 никого. Друг, ну ты дохни лучше, понимаешь, патроны-то не бесконечные. Так, магнум. Ну, у меня 6 патрон, больше ничего нету у него. Ага. Ладно. Спунтул. Спунтул. Теперь у нас не будет кроубаров. Теперь парик будет спуновский магнат, либо туловский магнат какой-нибудь. Как тул-магнат. Тульский пряник, короче. Тульский парик. Ага. Оп. Никого. Оп. Реально, смотри, ничего вообще нет. Просто ничего. Абсолютно. Я ничего, никакого элемента не нашел игры. Мне надо вставить в гребаную дверь экзита 6 или там до хрена каких-то девайсов. Я примерно предполагаю... Здравствуйте. О, мартышка. Тык-т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 ык. Воу! Ты чё такой внезапный, слышь? Обезьянин. Так, спунтул. Ага. Говно. Так. Так. Оп! Мэтт! Походняк у тебя, конечно, козырный. Прям вообще. Он как-то, знаете, он... Он прям вписывает этот походняк. Вот у него такая рожа, он прям какой-то монстр, мутант или хрен знает. Вот эта вот походка, она прям какую-то атмосферу какую-то придает этому персонажу. Если бы он просто, знаете, как вот обычные менты на улице в мафии стояли, такие руки назад и такие животом покачивались такие, там типа посвистывали. Это было бы, смотрелось бы нелепо. А вот это вот, это прям вообще. Собственно, автор молодец. Так. Какой я бы раз уже это не говорил. Но такое сделать с нашей любимой игрой, это надо уметь. Так, там опять яма. Яму падать не хочу. Это лифт, кстати, опять какой-то. Ну, я так понимаю, это лифт на второй этаж. Ну, сейчас только это привозим, а там мент. Ну, это лифт на второй этаж. То есть, откуда я спустился сюда. Я думаю, что здесь у нас дела не закончены. Поэтому давайте-ка искать еще здесь. Проблемы. Оп! Братишки! Не достреливает. Ты дурак? Сейчас... Да куда ты убежал нахрен? Ты посмотри, он как будто этот покакать пошел. Взял в сторону, въебал. В другую. Теперь его нету. Опа. Какой интересный... Ты куда ты? Стой! Я здесь, друг! А! Ни хрена он тут пробежку устроил. Сильно какать хотелось. 7 патрон. Да, и вот в этой же гребаной локации я встретил... Опа. Что это? Чё это за прибор? Ты-ты-ты-ты-ты! Он не тыкается. Хер его знает. Блин, я надеюсь, что это я опять что-то не накосячил. Я нашел какую-то интересную штуковину непонятную. Но что это такое, не пон... Ёпта. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тика! Чувак! Пошел.
Блин, я, возможно, опять что-ли затупил, потом опять мне там сообщения будут недовольны. Парик тут опять все через сраку сделал. Там опять какой-то дурак, он просто, видели, бегает и стреляет, он прям в разные стороны. Тихо! О, бежит. Пошел-то. Ту-ту-ту-ду-ту-ду-ту-ду-ду-ду-ду. Музончик опять такой. Пык-пык. А, ни хрена там, какой музя, какая классная. Ля-ля, пойдем туда. Там где-то тусич зомбакский. Ёпта. Здравствуйте. Ни хрена ты тут лысак зачесался. Внезапно. Ля-ля-ля-ля. А где это? Где туса проходит? Она где-то вот там. Нормально такой музончик веселый играет. Яка! Да ёпта, сколько он, черти, вы в комнату вваливаешь, что эти лысые залут... Ой, уроды стоят. Я аж немножко пугаюсь, если честно. Ты такой бегаешь, ищешь, ищешь, и внезапно такой, оп, такой лысак. У вас тут весело, чё вы такие злые? А, ни хрена, вот через эту решетку не простреливает, что ли? Так, да ёпта, здравствуйте, а давай я тебе немножко починю, оп, 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 ключиком, на нахрен говно, хоть пригодится ключ, хоть что-нибудь им сделаю полезное, и спун возьмем. Теперь как бы полностью укомплектованный, а нет, еще не хватает какого-нибудь говна, здравствуй, смотри, он дверь, о, он умеет дверь открывать, слышишь, он нажимает, чё ты сделаешь, твою мать, вот это у тебя рожа. Он еще страшнее их сделал. Он что-то изменил. Вон еще сыка. Срака. Срачельник. Ублюдок, мать твое говно, подходи, у меня ключ. Вот эта собака сутулая какая. Засал, что ли? У, сука. У, сука. Блин. Повезло тебе, говна. Да-да-да, кстати. Всех оформлю. Сука! Тут опять это говно, слышите? Поли, задержи эту сраку жопу. Он рычит. Блять, я не могу спокойно играть, когда это говно меня преследует. Это прям какую-то игру сильно мне напоминает, где вот подобная паника была, но вот я вот не могу вспомнить. Когда ты прям, у тебя что-то постоянно преследует. Это типичные эти, знаете, эти инди-хорроры. Где там ты ходишь... О! Ключик! Ёпта, наконец-то! А почему не открывается? У меня же Green Key Collected. Вот, когда там какой-нибудь инди-хоррор такой кривой, знаете, через жопу работает, но какой-нибудь монстр за тобой идет и не дает тебе спокойно играть, и тебе надо в панике найти либо выход, либо найти какие-то принадлежности необходимые. Я собрал какую-то хренотню. А сундуки, кстати, как будто бы стоят для вида, то есть они не тыкаются. Так, это просто подъем наверх, да? Ну, Green Key Collected, это не относится к дверям с животными. Это... Что-то за темная комната такая. Это относится только к зеленым ящикам, которые, кстати, не юзабельны. Видимо, эти ящики не открываются. Так. Так, так, так. Внимательно. Аккуратненько. О! Твою мать! Вот это я вышел насладиться такой. Слышу, там, знаешь, эти такие скрипечут. Пошел ты! Нихрена ты живучий, говно. Ош, сколько? Аж. Что, короче, Кей Игл. О, это орел. Я нашел орла. Ура! Теперь мне доступны ключи с символикой орла. Хоть что-то, процесс начался, ты чуешь? Чу я, что у меня в руках вообще? А, ключ. Я тебя сейчас... Воу, у тебя-то кроубар, слышь? Твою мать, я по нему не попадаю. Какой-то хреновый предмет, этот спун.
Так, подождите, уже со здоровьем начинаются проблемы, поэтому давайте сейчас выпендриваться не будем, короче. Был бы у меня кроубар, я бы с удовольствием бы его на кроубарах с ним бы закусился. Как они говорят, ну давай, трус, замесимся. Вот я бы так же бы замесился. Но спун это вообще, похоже, какая-то резиновая палочка. Он даже не задел. Так, ну, оленя мне не открыть. Опять музыка какая-то напряженная играет. Тут либо что-то где-то... Охренеть, конечно, еще такие там ворот что-то... Мент! Вообще-то тебя видно. О, попал! Ты че, сука? Оп. Ага. Опа. Че тут? Так, тут ни хрена. Во столько мест можно зайти вообще. Хоть куда практически. Так, главное не упасть. Это Томми падать не умеет. О, слава богу. Чуть не сдох, мне кажется. Так. Оп. Оп. Магнум, у меня 6 патрон, так что в целом можно не заморачиваться. Мент! Блин, это сова. А мне символ орла только подходит пока что. Ух, кто-то ныть опять начал. Да ладно, сохранку нашел. Уху, ту-ду-ду. Ух, мне аж прям легче стало. Ой, аж мурашки пошли, похоже, дай-ка вытянусь немножко. Ох, как, ух. Напряжно чуть-чуть. Так, ух. Все, немножко размялись. Мы могли бы тоже немножко размяться. Потому что у нас тут намечается долгое путешествие. Пройдем сюда. Что-то, кстати, место знакомое. Я, по-моему, здесь был, либо это копия какой-то локации. Вот эта дверь открывается, скорее всего. Да. А, нормально. То есть это я где мог пройти прямо... Блять. Это олень. О! Лё, какая музычка, это приятная игра. А, это же... Это хренотня. А это куда дырка ведет? На крышу? А что здесь такого для меня полезного? Оп. Паркурик. Парик-паркурик. Оп. И что? Нахрен я прыгал по гаражам? Мне что, 13 лет? Зачем я по гаражам прыгаю? Твою мать, я думал, тут какая-то фишка. Но это, скорее всего, для того, чтобы... Типа, помочить, если здесь кто-то есть. Правда, здесь никого нету. На той крыше никого и ничего не видать. Теперь надо как-то отсюда выбраться так, чтобы не пострадать. Потому что Томми и высота, это прям... Блять, ну он обратно в дыру не залезет уже. Так, аккуратненько надо спуститься. Оп, все нормально, все хорошо. Ладно. Я понял, бесполезная дырка. Кстати, вот это, они, по-моему, музычку немного поменяли. Я надеюсь, что эта музыка не обладает авторскими правами, потому что она какая-то чересчур приличная. Ребята, ну-ка. Сова-олень. Ага, сова-олень. Это я здесь прополз. Опа. Интересно. Мне порой эта модификация как немножко Пенумбру напоминает. Вот какие-то вот такие вот места. Заброшка. Тюрьма такая там что-то. Ну ладно, монстры там в Пенумбре. О, ни хрена себе, тут какая-то стоечка. Какой-то культурный. Вот реально как будто Пенумбра. Там же заброшенная была эта лаборатория, где там работали людишки, и все, потом там вирус захватил, и все, и пизда. А, выпустил пацанов на волю, ауе, парень. Воу! Тихо! Давайте побыстрее, пожалуйста. Я хочу изучить это место. Кроубар, да ладно. У-у-у. Вот это удовольствие.
Тул. Короче, тул я нахрен выбрасываю, потому что, так понимаю, тул я могу взять с любой хренотни. А вот кроубар, это прям вообще, ты посмотри, у нас проявился тот самый предмет из первой части, из лабиринта, которым я хлопался. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Мартышка, смотри, что есть. Пошел ты. Смотри, что имею. А ты такое есть у тебя? На нахрен говна. Вот не нападал бы, стоял бы там, куковал бы в своей комнатке. Твою мать, он меня на одну палку ударил. Видели, у меня было 43, стало 42. Ты чё меня, сука, ущипнул, что ли, или волосинку с головы содрал на одну палку? Сдохни, пожалуйста, сколько можно. Кстати, как будто ФПС опять... Сколько... Она живучая срака какая. Кроубар. Не, ну, я, конечно, люблю кроубар, но не для того, чтобы опять устраиваться магнатом кроубаровским. Так, подожди, что-то мне как бы мочиться. На нахрен говно. Пошел ты. Ну, немножко сэкономит время. Как бы пистолет, если что, возьму с этих, с ментов. Как бы его в целом-то не жалко. Он автоматически... Ой, ёб твою... Ой, в смысле, Полина, ну тебя жизнь поприпала. Ты вообще, конечно, страшный. Ну, давай, давай, беги, беги. Тебя даже трогать бы и не стал. Так. Да ёпта! Ты же ушел, говно! Да хватит ныть, я уже вам помог. Парик-спаситель. Кроубаровский магнат. Так, ну все. Так, ну тюрьму обчистили. Ничего, собственно, там интересного не было. Вон туда пойдем. Угу. Так. Так. О, что-то синяя хрень. Флешка. Blue Key Collected. О, ты посмотри, у меня теперь Green Key, Blue Key. У меня... Только я что-то не видел ничего с голубыми какими-то символами. Либо дверей, либо чего-то, где голубой цвет использовался. Эти ящики какого-то хрена не открываются. То есть, как бы, хер его как бы знает. Пока непонятно. Возможно, в будущем это все прояснится. Покажется какой-нибудь, там, не знаю, что-то найдется такое... Где будет использоваться этот ключик? Ну, типа, как он в прошлой части в бункер моде, где там была дверь из нескольких ключей, где там надо было составить. Вот, может, здесь будет что-то подобное. Сохранимся на всякий случай, лишним не будет. Сохранимся! О, сука, больше нельзя. Я ж ключ нашел, ну почему, ну за что? Что-то хрень какая-то. Да за что мне не дают сохраниться? Так, а что получается, все что ли? Я не понял. Я ж тут как бы... Тут даже дальше продолжения нет. То есть это тупиковое место такое или что? Не понял. Так, ну это сокращение. Ага. Это я здесь был, это я здесь ходил. Потом вот тут я тоже побегал. Там вон я только что подрочился, уже мне дверь не открылась. Зеленая какая-то лавочка интересная. Хренотня какая-то. В тюрьме вроде тоже не было никаких продвижений куда-либо. Никаких потайных комнат. Правильно же? И подсказки с цифрами. Либо мне еще рано, либо еще не встретил, либо я слепой еще, либо каловый магнат. Я хрен его знает. Ну ничего нету. Кто-то ревет только очень долго и бесконечно. Угу. Опа. Опа, ты посмотри, я даже этого не заметил. Вот это да. Кто бы мог подумать, что в мафии вообще будет такая хрень, что через окно я буду пролезать куда-то? Или я туда не пролезу? Или это чисто так попалить в окошко? А, ни хрена себе, нет, все правильно, все верно. Фу. Круто. Однако, мне нравится такой подход. Так. Тут олень. А где мои двери-то? Я нашел игл. Орла, то бишь. То есть, где хоть одна дверь орловская? Так, какой-то лифт. Вызываем. Так, затихай, друг. Опа. Так, спокойненько все вроде пока. Так,
Фух. Так, там опять мент прогулочной походкой ходит. Надо его оформить. У меня такая мышка неудачная, правда. Она, конечно, мне максимально удобна. Я ей вообще пользуюсь прям на ура, потому что у меня еще и как бы телевизор подключен к компьютеру, и мышка беспроводная. То есть это удобно, ты сидишь на диване, и там такой издалека оп-оп, ввел, написал, там что хочешь посмотреть. А вот в плане игр она прям чуть-чуть двинешь, она прям резко улетает в другую сторону. Ну, то есть она какая-то... Либо это коврик такой, я уже вроде коврик купил, а ни хрена не помогло. Ладно, хрен с ним. Вроде все равно немножко получается, хоть меня и попадает, но мы с вами тут не спидраним, мы как бы тут изучаем, да тут и мод не позволяет спидранить, тут надо... О! Ёпта, ни хрена себе!